Всем привет, друзья! С вами Димбосс, и сегодня мы будем продолжать играть в Майнкрафт. У нас уже 14-я серия вроде бы. И как я и обещал, я проведал вот эту сторону и нашел бастион. Чуть-чуть здесь расположился, спрятался. Будем сейчас искать жертву. О, это тот пиглин, которого нужно атаковать в первую очередь. Он мне не нужен. Так, все. Так, извини. Во. Будешь? А? Все. Так. Угу. А, это факела. Идейка появилась одна. Так, будем торговать. Мне сколько вообще стрел? Ясно. Я здесь вспомнил то, что обокрал чуть-чуть. Здесь два сундука было, и там еще. Я аккуратненько вот так обхожу, на шифте заодно обсматриваюсь. Так, мне золотые. Но брутальные пиглины, вот я здесь, вот здесь сундуки были. Брутальные пиглины все равно меня будут атаковать. Так что будем наготове. Так. Эй. Фух, здесь никого нет. Так. Проверка на сундуки. Фух. Так. Здесь. Так, я слышу хрюканье. Так, я везде собираю эти. И хрюканье, я думаю, оно не к добру. Да, не к добру. Но у меня золотые ботинки, так что не все меня будут атаковать. Так. Давайте сначала всех, так сказать, порубим. А потом уже будем собирать эти фонарики. Они просто прикольно выглядят. Так, золото, золото. Поищу другой выход. Не хочется как-то. А, здесь я и пристрелил. Будем работать по методу крысы. Так, боюсь, это обычный пиглин, да. Брутального бы мне. Так. Ладно. Так. Как мне... Ага. Ясно. Все. Эй, чуваки, привет. Как у вас тут хрюна дела?
Я так, чуть-чуть. Просто одолжу у вас несколько сундучков. Вот. Я на ненадолго. Ясно, ясно. Угу. Древние обломки, ясно. Угу. Так. Вы ж меня не будете до моей смерти за мной гоняться, да? Да, они хорошие. Ой, господи. Они так ходят, как стражи какие-то. Привет, чувачок. Ты здесь один? На. Даю. Бесплатно. Ну ладно, ты мне дашь что-нибудь, да? Да, очень ценный подарок. Спасибо. Мне нужен почище инвентарь. Так что... Так, здесь вроде бы брутальных нету больше в этой части. Так, нужно было спуститься лучше, как обычно, потому что я этим себе не хочу ничего ломать. Хоглин? Как? Привет! А я вот тебя искал. А я здесь... Это что такое? Простите, но у меня тут проклятый Майнкрафт. Реально Хоглин. Что здесь в бастионе Хоглин делает? Или они так и должны спавниться здесь? Мне казалось, что нет. Да. Хоглин, ну иди. Там с пиглинами повраждуй лучше. Привет. Ладно. Ты у нас в засаде всех пугаешь, да? Так. Ясно. Там внизу кое-какой парень. Я с ним лучше вблизи не встречался. Особенно с несколькими. Цель. Цель захвачена. Так, ну там еще слишком рано. А что если я... Ой, как медленно-то. Так, там цепи. Что здесь еще? Вот здесь хоглины, это очень опасно. Они меня могут столкнуть в лаву. Стоп, а если я пострелю одного хоглина, на меня пиглины же не нападут. Ведь так? Отойди, отойди, отойди! Кабанчик, кабанчик, кабанчик! Гори в аду. Так, аккуратненько. И смотрим по сторонам. Здесь у них своя, так сказать, кузница. Так. Да не, не пиглин, я... Точнее, брутальный пиглин. Я просто поговорить пришел. Ты души мира не хочешь? Вот у меня есть золото. Вот тебе только враждовать, да? Посиди здесь пока что. До лучших времен. Где-то здесь Гасп, я думаю. Так, а давайте будем собирать все сундуки.
Меня же они не будут атаковать. Да? Надеюсь. Мне реально... Мне страшно! Это что? Это что? За... Ай, ай! Понял, понял, я сразу же... у меня золотые ботинки! Вы чё? Обнаглели? А, ну брутальные, да, но в меня стреляли! Видел, на меня нападал обычный пиглин, на меня нацелил стрелу. Проверим. Нет, не будем проверять. Так, попробуем. Так. Нужно распознать, кто где стоит. И главное не падать в дырку. В дырку, да-да. Так, я потом все здесь украду, потому что заборщики, как бы, знаете, это престижно такие. Так, ну я понял. А ты меня будешь атаковать? Не, я думаю, то есть меня, точнее, пиглин задел брутального, и у них началась вражда. Так. Эй, Хоглин, там же Хоглин. Да. У меня же стрела есть. Упс. Как жаль. Ой. Я случайно. Так. Хрю-хрю. Кстати, я почему-то вроде бы не получила ачивку. Наф-наф здесь больше не живет, как-то так называется. Я ее почему-то не получил. Плачущий обсидиан. Так. Я вам отдам. Чё? А, круто. У меня есть еще золотой шлем есть, оказывается. Так. Так, пробираемся и бам! Прости, это сейчас мое было время так кричать. Где, кстати, газ? Я его слышу, но не вижу. Ага, брутальный. Покажи мне, как мне к тебе пройти. Это слишком много. На меня и Хоглин, и брутальный пиглин нападает. Прости, брутальный пиглин, я к тебе позже чуть-чуть вернусь. Золото, золото, золото. Отойди уж. Так. Здесь поблизости никого нету. Ну, знаете, таких хрюнделей. Я. Совсем немножечко. Я ненадолго. Ай. Ай. Ой, да господи. Ну я всего лишь один взял. Ну что вы так на меня сразу же негативно действуете? Я понял, понял. Можно было словами объяснить. Нет, нет, нет. Отходи, отходи, отходи. Отходи. Да, отошел. Так. Да хватит. Нет. У меня есть проблемы. Я зря добыл золото. Вы меня не простите. Он на меня нацелился. А мне как спуститься тогда? Или хотя бы что-нибудь сделать? Так. Может мне
прокопаться? Я думал, там спуск. О, господи. Я прыгнул, и все мои вещи бы просто в порошок, так сказать. Так. Как нам ясно. Так. Сейчас нам нужно... О, да? Не будешь? Спасибо. Нет! Хрю! Хрю! Я хрю! Наф-наф! Наф-ниф! Наф-нуф! Нет! 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 Отойди! Отойди, отойди, отойди! Пожалуйста, пожалуйста! Давай, восстанавливайся! Давай, давай! Нет! Нет, нет, нет! Так! Сейчас так опасно было! Ух! Давай, давай! Яблочко. У меня больше еды нет? А, ну... Да, прекрасно. Ох. У меня сейчас так рука дрожит. Ох. Вот это большая свинка. Кстати, я вообще не понимаю, почему из нее, из Хоглина вообще свинина выпадает. Это же не свинья. Так. Аккуратно. Вот почему я изначально хотел действовать как снайпер. Потому что меньше угрозы. Кажется, я понял. Они все время спавнятся заново. Нет? Если это так и есть, то я очень сожалею. Да, это так. Они меня не будут атаковать. Надеюсь, надеюсь. Остается только надеяться. Ух. Так, что у них в середине? Стоп, серьезно? У них ничего там нет? Да не, я вижу, там что-то есть. Сейчас там добудем все. Если выживем. Так, где бы лестницу найти? Почему у них такой... Ладно, это не замок, это разрушенный замок, так сказать. Но лестниц у них очень мало. Да, еще как мало. Так. Что-то здесь слишком мало. Ладно, здесь вообще никого нет. Что-то здесь нечисто. Так. Я слышал это. Слышал этот хрю. Не вот этот хрю. Другой. Да не этот. Газ, я не тебя слышал вообще. Так, Пиглин, заметил? Он меня вроде бы не атакует. Сейчас мы это точно проверим. А, я до него добраться не смогу. Но он бы меня заметил, я думаю.
Так что пиглины вроде бы меня не атакуют. Так. Нужно как-то спуститься вниз. Эй. Он так иногда на меня смотрит, как будто бы... Как будто бы он иногда хочет меня атаковать. Да? Не будешь? Вот, хорошо. Когда я брутального убиваю, на меня агрятся и другие. Это значит одно. То, что мне нужно бежать от брутальных пиглинов. Потому что обычных пиглинов здесь очень много. Нет, нет, нет. Это вроде бы был брутальный. Так. Нет, нет, нет. Нет. Где-то я здесь сундук увидел. Но что-то его потерял я. А, вот. Вот так. Серьезно? Да, багровые корни мне очень нужны сейчас. Нужны? Еще как. Так. Ну а на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Димбосс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, я выживу и выберусь из ада. Ну, из ада. А я прощаюсь, всем удачи, всем пока-пока.